Время почти 7. Сейчас выдвигаемся. Загрузились. И попрем. Каких-то километров 12, и мы на озере. Вот. Завтрак, да? Ну что, позавтракала? Подожди, прохлаждайся. Вот жердочки расставили. Жидчиком добавили воды свежей. Вот. Одна щука уже на льду лежит. Пальцин сделали. Ждем. С прошлого раза вот дровишки лежат. Погода сегодня великолепная. Что-то минус 30, но мне кажется, сейчас 30 явно нет, да? Мне кажется, гораздо теплее, но это не факт. Ветра нет, мороз. И не чувствуется. В машине было минус 30. Солнечно, утром туман был. Вот. Ну, будем ждать сработок. Я десяток жердей всего выставил для начала. На этом пятачке проверить здесь. Возможно, и не будет брать. Ну ладно. Ждем. Circling around, but I can't.
чертик. Какая рыба вот так вот ловится. Кушок немного. Ну, хорошие попались. Такие несколько грамм, по 400 есть. То и больше, может. Валентиныч вот на блесеночку ловит. Вот какой приличный, да, кушок? Вот, попался. О, какой. Кабан. А здесь под берегом я поставил вдоль. Че, как вымотана? Ты там зацеп? Траву, наверное, убила. Здорово. Что? Нет, там нету. А, есть у него вон одна. Стоит. Корягу, сука, завела, да? Ну да, можно подержать. Может, вытащит. Да, бывает. А здесь берег недалеко, видимо, коряги. Тонари. О, сейчас посмотрим. Вот. Ага. Может быть. Что, есть? Вымотана. Да. Порвала. Жупса нет. Пошли дальше. Тогда надо здесь на балансир попробовать. Да. Порезов нет? Нет, порезов нет. Это вот. Ага. А нет, есть, есть, вот, вот. Ага. Вот на голове порез. Вот. Такой прям. Ага. Вот. Да, здесь автобус. Сейчас, кстати, здесь зарядить.
дотягивайте до конца. Нету. Да. Наверное, кушок. Но здесь ни разу срабатывало. Несколько раз. Да, не пойму, почему так. Сейчас попробуем, может быть, что-то есть. Но мне кажется, ничего не будет. Потому что здесь вообще не вымотано. А не, вымотано? Ага. Немного вымотано. Я попробую. Метров 5-6. Еще нет. Купишь? Вот она его погрызла и все. Yeah. И выплюнула. Убила живца. И все? Да. Да. Сидит. О, за край. Просто на подыгрывание, да? Да. А почему-то настоящего не берет? Сразу взяла. А это распутанный был, нет? Своровал просто, да? Полностью ничего не было, своровал. Да. Ну ничего, сейчас попадется любительница халявы. Ага. Так она вот сразу взяла. Да. Ну как там? Зараза. Может это окунь? Небольшой, да? О. Хватит, наверное, уже. Да. Почему-то больше не мотает. Но повадка окуня, похоже. Угу. Только нет. Ничего нет? Нет, щука. Щука, это хорошо. Заходи. Заходи в огород. О. Заходи в огород. Ха-ха-ха. Попалась. Попалась. Попалась, зараза. Нет. Любительница халявы, да? Хватит воровать. Вот парадокс, да? Угу. Только поменял живца, сразу взяла. Угу. Как бы небольшая, но это сопротивляется. Хорошо же. Вот такие дела. Сидит 100%. Иди домой. Ого. Сопротивляется. Ох, какая! Вот. Хорошая. Это стандарт, да? Да, двушки. Ближе к двушкам. Да. А у них две как горело, так и горит, да? Вымотана. Вымотанная. Это хорошо. Так, сейчас посмотрим. Полностью вымотанная. Одежда есть или нет?
Сиди, сиди, ну, вот, хорошо. Я не поеду, мне и в союзе хорошо, везде мне стопочку нальют. В какой кабак я не зашел, ведь все равно же все умрут, без разницы там или тут. Супер, супер, супер гуд, я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. О, что-то травы. Да, такую мелкую вещь не ловил. Вот так вот. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Здесь же трава была. Смеюсь, напьюсь, если хуёво. Жрать будет нечего, женюсь. Друзья мне все пишут, ну как ты тут? Да как я, бля, супер гуд. Набить рыбий и рак рыбы, да? Супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Там что, ничего? Супер, супер, супер гуд. На закате дня еще взяла, но это уже такая аппетитная, килограмма 2,5. Начали собирать, она сработала. Ну, как раз за край вон взяла. Сейчас, сейчас собрать жердицы. Вот сегодняшний улов. Добрые щучки. Да не, зачем мне? Сейчас. Попались. Сегодня, конечно, клев не активный. Но все же что-то попалось. Вот. То, что добыли. Окуней так трохи. Кучку. Щук. Одерганили. Сегодня вроде мороза не обещали. 16, а выехали по факту 32. Какие дела? Сейчас уже домой собираемся.